Здравствуйте. Я хотел бы для вашего внимания предоставить несколько уроков о том, как я вижу процесс обучения катания на гироколесах. Вот. Гироколесо вообще само мне очень понравилось, так как это такая прорывная вещь в наше время. Вот. Значит, представляет огромную свободу передвижения, маневренность и, ну, для кого-то скорость, в том числе 45 км в час можно ездить на разных колесах, правда. Вот. Но это небезопасно, я считаю. Километров 30 будет достаточно. Вот. Значит, прежде всего, колеса подбираются основное, это по размеру, диаметру, вот это 18, в принципе, у меня рост 185 и вес 75, мне вот этого колеса очень даже хватает. И либо вот 16 размер, вот, это подойдет для всех, кто чуть ниже, чем 180 сантиметров, ну, порядка от 170, вот. Кто-то, допустим, подростки, ниже роста, до 160, допустим, можно 14 диаметр. Главный критерий еще это объем аккумуляторов. Значит, оптимальный вариант, я считаю, вот здесь вот двигатель 800 ватт и 640 часов. Хороший вариант и средняя ценовая категория с таким объемом аккумуляторов и двигателя. Вот, значит, вот это колесо. Значит, вот это колесо Sports, это уже, так сказать, я бы порекомендовал для людей, которые, так сказать, продвинулись в этом процессе, в процессе катания. Значит, здесь 1,5 киловатта, батарея 840 ампер. Важный аспект – это обувь. Значит, обувь должна плотно прилегать к ноге, значит, быть с неребристой подошвой, никакие берцы там не стоит носить. Лучше просто кроссовки, которые можно подтянуть, и чтобы они не болтались, главное, были по размеру, не больше, не меньше, что называется, по размеру. Штаны, которые, так сказать, не жалко, ну, я бы рекомендовал бы наколенники, налокотники, там, шлем, ну, кому что нужно, по вкусу. Вот, в дальнейшем, так сказать, либо люди катаются с этими защитными причиндалами дальше, либо, так сказать, они уже как-то без них обходят.